Я очень рад вернуться. Из-за травмы кисти мой прошлый сезон пошел под откос. И сейчас я просто счастлив играть в баскетбол. Попытаюсь влиться в команду и продолжать делать то, что делал в прошлом году. Бороться с Красным Октябрем за победу в каждом матче. Мне нравится вектор, который выбрал клуб. Пришел новый тренер. Он давно работает в Европе, и с первого взгляда заметно, что он знает, чего хочет от команды. Я просто хотел бы встроиться в его систему, учиться новому. Тренер Дирк Бауерман работал в сборной Германии. Тренировал Дирка Новицки. А в единой лиге ВТБ известен по работе с Летовос Ритас. А теперь он приехал в Волгоград. Тренер с именем, но без времени на раскачку. Сезон уже давно идет, пора знакомиться с Россией. «Красный Октябрь» — это интересный и развивающийся проект. Фактически, команда в ее нынешнем виде появилась всего год назад, а в этом сезоне она уже играет в Кубке Европы. Кроме того, у клуба есть амбициозный и голодный до побед президент и великолепные фанаты. А это уже крепкий фундамент. Так что переезд в Волгоград виделся мне правильным решением с самого начала. Мне кажется, что Дмитрий Герасименко увидел, что в команде нужно сменить культуру. Бесшабашный атакующий стиль, практически без внимания защите, не давал результата. Ведь в Лиге ВТБ и Кубке Европы без качественной обороны никуда. Думаю, поэтому он и пригласил меня в мой первый рабочий день. У нас был матч с Летовос Ритас, а уже на следующее утро команда несколько часов работала в зале над защитой. Вечером мы разбирали нападение. Мы уже успели поменять многое и теперь продолжаем двигаться в правильном направлении. Но процесс строительства команды — дело не быстрое.